Целью слияния финансовой корпорации «Открытие» и Бинбанка называют синергию. Объединение будет происходить на базе «Открытия». При этом ему передадут филиальную сеть и хорошие активы Бинбанка, бренд которого перестанет существовать. Как сообщил председатель правления ФК «Открытие» Михаил Задорнов, слияние организаций будет проходить в течение 9-12 месяцев. У вновь созданного банка будет единая филиальная сеть, 950 точек продаж в 70 регионах страны и лучшие дистанционные каналы. В то же время на санацию потребуется меньше средств. Продажи банковских и страховых продуктов будут осуществляться сразу всей сетью. Объединенный банк быстрее выйдет на рентабельность и, соответственно, на рынок. Об объединении двух санируемых организаций в Центробанке заявили несколько дней назад. Кроме того, один из источников не исключает при этом сокращение сотрудников Бинбанка. Правда, официальную информацию о сокращении нашему телеканалу пока никто не подтверждает.